А вот с комарами мы не друзья. Ну, за всю жизнь собаку всю жизнь никогда не поглажу. Она портится, она тогда всех будет ласкать. Ее этому учат, я дрессировщик. А вы зашли, погладили, ушли и забыли. А собака пропала. Он теперь каждого подпускает. И когда говорить начнешь, как будто я в обиду какую-то сказал. А тут не обида, это жизнь. Сейчас был бы самый. Антикомаров, его надо облаять. Облай его. Так. Сейчас будем. Ты бери сюда это. Короче, я туда пошла. Слава Богу. Сейчас вторая машина подойдет. Подъезжай, там погрузим, а потом что будет? Ох, какой. Разделите, чтобы увезти. Берите вот три мешка мухи, на низ сложите. Так, дай место вам, молодой, еще раз. Так, ты иди за мной. Я? Пока так, слышишь? Мелочь ничего не ставь. Женя, так, у нас более тяжело. Вот мусор не надо ставить. Так. Помогите, вдвоем. Одному не надо нести. Вдвоем. Так, этот вытаскивать. Мелочь пока не ложить, тут сахар взять надо будет. Зайти туда. Сейчас будем ходить. Что у нас еще будет? Все, больше ничего не надо. Вот это сюда перетащи. Вот это сюда переложи, вот и все. А остальное мы
Так, тебе не перегруз? Сережа, ты вот это возьмешь, тут вес одного человека. Пошли. Вот это на Сергея вытащить, чтобы закрыть можно было. Смотрите, как поставить. Так, мне должно быть там место для кошек, банка, коробка. Ну вперед, чтобы вот кошек поставить, а вы сюда садите. Так, что там лёгкие? Так, надо Сергею надо хоть маленько тяжесть сдать. Сергей, вот, коробка вот, возьмёшь? Вот это вот масло я вот это вот могу. Сейчас подъехай, мы нагрузим, а потом мелочь возьмешь. Один мешок, все. А мешок это полчеловека. Так, Люба, это что у тебя здесь? Это не мое. Ну и все получилось как надо. Вот это не трогай масло. Они сейчас в мешок загрузят. Что-то положено, да? А ты делал что, ураган? Где, здесь пойти? Так, мешок надо сначала положить. Сережа, пойдешь, там мелочь заберешь оттуда. Ты, Сережа, ты собаку не забывай. Никак. Вот.
вот так, это две кошки у меня. Две кошки. У меня там три кошки, и здесь одна четыре, было шесть. И одна тут бегали черные, вот эта мать вот этих котят. Вон, под, вот. Но она до того ласковая, она мне не дает. Ложится прямо на клавиатуру. И я говорю, Володя, спроси разрешение, он разрешил взять ее с собой. Ну, ласковой такой кошки у меня не было. А вся черная, черная, черных никогда не было. Ни одной волосинки белой нету. Так, вот это вот у меня будет стоять. Подожди. Женя, так, ты не заваливай. Так. Вот эту вот надо поставить. Сейчас. Так, так. Мне важно вот это вот. А ну-ка попробуй сюда поставить это. На переднее сиденье. Чего? Нет, я не буду сидеть. Я пускай стоит. Нет, не сюда. Подожди, сюда положим еще. А это сюда. Ну давай на пол, это еще лучше. И я вот это не хочу никуда давать, это сумка с моим все. Положи. А тут я сяду. А ребята там у него сядут. Так, держите, чтобы они не упадут. Как видите, я все запираю и ключи отдаю. Сейчас подожди, что он мне заберет, ты сдвинешь назад, большую коробку возьмешь там. Ты мне там все... Так, один вопрос не решил. Сергеев аппарат у меня был. Вот это вот все стеклянное, чтобы только не разбить. Сережа, а куда ж собака пойдет? Она нельзя как-то застелить-то чем-то. Я застелю, вот. Ну ладно. Так, сапоги куда-то туда сунуть. Сейчас я это, мешок вот этот завяжу. Чашку-то взяли? Вот это вот он сейчас сюда подъедет, Женя. А ну-ка давайте, вынесем туда. Ему не надо, а то я их не кормил сегодня. Чтобы я завяжу, чтобы не рассыпалось. Я вот так отрежу. Да, отрежь. Женя, давай туда унесем, чтобы тебе не ездить. Вот это бери, сейчас он завяжет, чтобы не рассыпать. Подожди. А, вот это, да, и вот это все забирать. Так, бери, неси, потом придешь. Положи свою игрушку-то. Сейчас. Аккуратно, а то он насыпется. Ну. А вытри себе сейчас. Не забудь взять оттуда. Третий том не забудь. Напомни. Третий том. Открытым оком. Одну пачку сюда. Третий том. Так. Все. Сейчас еще надо принести. Я пошел. Там еще одна у меня с посудой. Давайте. Там, наверное, все заберут. Ну, молодцы, ребята. О! С ними. Смотри, люди жалуются на ли, как я их зашил-то. Иду, носок выпал из сапога внизу, носок выпал. Ой-ой-ой, это все там починяю сколько лет, и мне другого не надо. А вы хвалитесь зарплатами, вам миллионы дают.
Во-первых, я не хвалюсь, и миллиона никто не дает. Сразу два греха человек взял. Я живу экономно. Так, и ни в чем не нуждаюсь. Так, а намордник где их найти? А? Намордник. Вижу в чашке. Ну, раз тут нету зачем. Сет забрал я. Сет забрал, да? Да, конечно. Теперь я пошел, думаю, каждое утро буду такую же пробежку делать на Рыжковске. Он меня спасает от болезней коленных. Конечно. Маленько, ты слышишь? Проведи туда вторую, чтобы он, может быть, сходил еще раз. Прекрасно. Так, все, панов нет больше? Все загрузились. Смотрите, все. Бери, решение. А все загрузились? Панов не войдут больше? Все, все, все загрузились. Все, все, а там сидеть туда нет, где он будет. Все? Смотрите, что еще, еще у меня место есть. Так, это, Сережа, мы едем первые, ты за нами метров 100 сзади. Не, никогда не обгоняйте нас. Хорошо, но я еще заправлю, заеду. А я тоже. Ну, Женя, заправлять-то надо? Тоже заправиться, тоже заедем. Я знаешь, где заправиться? Я на Малахово, там газозаправка, возле весны. Так. Я там буду заправлять. Ну, если, Женя, ну я там где-нибудь заеду в другом месте. Женя, ты на газ? Давайте помолимся, и ты выйдешь, там будешь ждать. Посмотрите, за деревьями. Сережа, подсоединись. Господи, слава тебе. Благодарю тебя, Господи. Сколько лет ты меня хранил и защищал. Для чего? Только ты знаешь. Помоги быть верным тебе и во всем, в чем виновен, в ведении и неведении, в уме и в помышлении во дни и в ночи. Прости и помилуй, Владыка. Да будет благословен наш путь, добрый ангел да сопутствует нам. Благослови всех наших благодетелей, помощников, воздай им добром. Господи, услыши наши молитвы и всех, кто взывает о нас. И мы говорим, коснись сердца Билли Грейса, обрати его, дай ему покаяние. Никиту Михалкова благослови. Все игумена Сергия спаси и сохрани. И Валентина Катасонова. И всех, кому открыта истина, дабы смело возвещали. Благослови правителей мира Владимира, Михаила Мишустина, Дональда Рамзана, Владимира Александра Дагена Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. Научи наследить это мирное время, благослови патриарха, епископов, священников, дабы смело возвещали слово Твое. Сохрани Русь, которая столько лет называлась православной, а на поверку оказалось, что ничего и нету. Восставь ее в апостольском первозданном виде. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я еще раз. Женя, подскажи ему, молодому человеку, контрактником и сталкер. В ансамбле. Но все равно. Я его видел, по-моему, он был на видео где-то. Да. Смотри, мы тебя любим, поэтому так молимся. Дня не было, что тебя не носил на руках. Так, ну все. Выезжайте, я запирать ворота буду. А, сейчас. Ничего, слава Богу. Подъема не подошло. Сергей Павлович. Хорошие люди. Вот я как смотрю, когда у нас беседы идут и молятся. Со всего мира. В прошлом году какие были? Приехали из Ливана, из Германии, принимали крещение. Да люди достойные сказать о них слово. Понимаете, просто открыто как им. Они смело выступают, помогают священникам по всему миру. Вот нынче из Канады парень просился. 3-2 года уже был у меня в лагере. Пересадку в Париже делать, в Москве, в Барнауле. Это вообще. Давай, хорошо. Я потерял, забыл сразу. Сережа, ты потом переговори с Андреем Головачем, ей вещи перенести надо. Ее с работы выгнали, да? Правильно? Квартира. Оттуда цепочку. Вон оттуда. Ну-ка иди. Даже уеду, ты должна все это закрыть. Вот сюда вот, толкай ее. Вот
вот, толкай, иди сюда. Вот я ее засыпел, смотри. А тут колечко есть. Теперь я его закрываю. Вот так, заткнуть до конца. Все, закрыто. Теперь я закрываю красную тряпочку на него привязать. И привязать к чему-то. Я его на резинку пришью. Хоть как. Ключ должен быть привязанный. Привязанный. Нет. Она остается. Я сегодня приеду. Так, ну все, садимся. Что, побежал? Да. Так, ну сейчас он не закрывается. Так, все, мы уходим. Сейчас он не закрывается. Сейчас ну сейчас ты, а ты если здесь будешь? Я по... не буду, я сейчас уйду. Все, и уходи с Богом. Хорошо. Придешь, все, смотри вокруг, ни с соседями, ни с кем не разговаривай. Кто-то нас спрашивает, молча закрой и отойди. Хорошо. Ни одного слова. Никак Игорь. Мы приехали, он сел в кабину к ним и только наговорил, за 10 лет не расхлебаешь. Приехал, пришел этот, ну, только заняли это место, и пожарный пришел. А у вас что, он говорит, счетчик ставится. А вы не включали? Включали плитку. Включали плитку, а одна розетка стоит. А кто включал? Да я не знаю. Я не сколько, мы были полмесяца, они в круговую взяли плитку за полмесяца высчитывать. Я говорю, плати 700 рублей, а у меня нету. Понимаешь, как это взять ее такое? Как же так ты мог сделать? Мы не пользовались ею. Он долбанул. Да ладно, я пошел к начальнику горэнергии края. Он там сидит. А мне к нему Логинов, кажется. О, Лапкин пришел. Он мне все так выписать, все это, все сразу стерли, как будто ничего не было. А он, поехали мы. Вы как в лагере, когда привык, прям прикиньтесь глухонемой, молитесь. И никому не открывайте никогда. Никогда не открывай, не разговаривай. И, не раз... и молча прямо подошла, кто с там? С одним разговариваешь, а другой сзади тебе шалобанщик-то. Понимаю. Вот, так, это очень... Так, сиденье мне маленько наклони сюда. Сюда? Да. Вот. Ко мне. Я не люблю наклонить. Вот так. Во, это для меня. Во, все. Слава тебе, Господи. Поехали. Немного с вами отсюда можно проехать? Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос. С Богом!